Постановление правительства Республики Дагестан от 8 августа 2012 года номер 265 предусмотрена единовременная денежная выплата на детей, поступающих в первый класс. Государственная помощь полагается семьям с инвалидами и семьям участников СВО. Управление социальной защиты населения напоминает о порядке предоставления единовременной денежной выплаты на детей, поступающих в первый класс, из многодетных малоимущих семей. Выплата в 2024 году, размер составляет 2555 рублей. Выплата предоставляется семьям, средний душевой доход которых не превышает прожиточный минимум на душу населения по Республике Дагестан на момент подачи заявления. Отметим, что заявление может предоставить один из родителей, либо законный представитель по месту проживания. Подать документы можно с 1 июля до 30 ноября 2024 года. На сегодняшний день жители уже активно подают заявления соответствующей службы. Пока небольшое количество. Почему? Потому что у нас в конце августа только выходят, получается, директора, заучи и педагоги. В школах, вы сами знаете. Поэтому у нас в основном наплыв идет в сентябре. Месяца сентябрь, октябрь. Все, что нужно сделать, это предоставить документы, подтверждающие личность, свидетельство о рождении, регистрацию брака, справку о доходах и другие. Если вдруг один из родителей военнослужащий, мы не имеем права и нет у нас такой возможности запрашивать их доход, поэтому доход они предоставляют. А всю остальную информацию по доходам мы, в принципе, сами запрашиваем. Но они заполняют заявление, согласие на обработку персональных данных, а и справочка обязательно с учебы, что ребенок поступил в этом, там указывается год, в какую школу и фамилия, имя, отчество ребенка. Узнать дополнительную информацию можно, обратившись в Управление социальной защиты либо по телефону, указанному на сайте ведомства.